это просто супер. У меня закончились уже все слова, как я могу расхвалить вот это блюдо. Ну, это обалденное. Всем привет. Всем привет. Привет всем. Всем привет. Привет. Я все время ходил по базару и смотрел на вот такую громадную. Она мне так нравилась, я хотел с ней что-нибудь сделать. Сегодня у меня будет что-то особенное, очень вкусное. Это по-настоящему праздничное, торжественное, очень простое, но очень изысканное. Очень вкусное, потрясающее, необыкновенное блюдо. Сегодня у меня будут щечки. Это щечки, телячьи щеки. Щеки, телячьи щеки. Щечки бычка или щечки коровки. Они обалденные, вкусные, сочные, вот такие. Они вам так сильно понравятся, и это будет ваше самое любимое блюдо из мяса. Пахнет супер. Сами щечки – это деликатес. Щечки будут готовиться с овощами и с обалденнейшим гарниром. Ну, давайте приступим. Мяско я начинаю обжаривать. Я обжарил кусочки щечек, а также я обжарил кусочки морковки, лучок и, конечно же, корневой сельдерей. Он придаст очень богатый вкус и аромат готовому блюду. Из пряностей я буду использовать лавровый листик, тимьян, орегано, розмарин и смесь перцев красный, черный и белый. И немного, несколько ягодок можжевельника. Я высыпаю все травки сюда и заливаю все это красным вином. А отдельно у меня есть только что сваренный свежайший бульон из телячьей головы. Бульон настолько великолепный, я добавляю сюда несколько ложечек бульона. Телячьи щечки уже почти готовы, и сейчас я начинаю готовить гарнир. Для гарнира у меня будет картофельное пюре. Вместо молока я буду использовать вот этот говяжий бульон. А также я приготовлю грибочки. Лук я порезал способом бранва, это очень мелкие квадратики. Сковорода слегка разогрелась, я немножко смазываю ее оливковым маслом и добавляю сюда сливочное масло. И лучок. Лучок едва-едва прогрелся. Грибочки я жарю на огне ниже среднего. Сейчас я их слегка посолю и добавлю немного сушеного тимьяна. Теперь немного рубленого чесночка. Какой божественный аромат. Чесночок прогреется где-то с полминутки-минутку. Теперь я добавляю пару ложечек сметаны. Самой лучшей, самой вкусной сметаны. Какой стоит аромат. После того, как я перемешал грибочки со сметанкой, я даю еще 2-3 минутки им прогреться, обменяться своими вкусами и ароматами. И начинаем дегустировать. Друзья, я так увлекся приготовлением телячьих щечек, что у меня получился настоящий королевский праздничный торжественный ужин. Здесь и мясо, и гарнир, и картошечка, и овощи. И, конечно же, красное сухое вино. Я с удовольствием хочу попробовать, потому что, когда я разбирал бульон из телячьей головки, который я вам показывал, мяско было настолько классное, такое вкусное, такого вкусного мяса я еще никогда не пробовал. Это лучше, чем баранина, чем сама телятина, чем свинина. Это вообще головка теленка была бесподобная. Я сгораю от нетерпения и с удовольствием начинаю дегустацию. Грибочки сделаны с любовью в сливочном соусе со сметанкой. Какая божественная текстура, очень мощный вкус. Ну, конечно же, я хочу попробовать именно телячьи щечки. Как хорошо слышно аромат из винного соуса и розмарина. Очень нежно, но именно я обожаю, когда у него сохраняется его текстура, что его можно жевать, оно мягчайшее, но его можно почувствовать, как ты его кусаешь. Сельдерей. А пюрешечка. Класс. А этот кусочек. Класс. Мясо. Вообще, это бомба. Попробуйте, это вообще просто супер. Я настолько восхищен тем, что я приготовил. Это по-настоящему именно королевское блюдо. Для любого торжества, для самого-самого званого ужина, приготовьте это, и вы сразите всех своих гостей на повал.
Такого вкуса вы еще никогда не пробовали, а естественно ваши гости и друзья, и тем более. Это просто умопомрачительно. Я вам говорю честно, все получилось идеально. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Что вы думаете, как я приготовил, какие у вас есть пожелания. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место.